Эй, здорово, товарищи! С вами Дано Рандан. Мы играем в Doom 2016. Вы сразились с врагами в аду и вернулись обратно. Но теперь демоны захватили плацдарм на Марсе. Найдите способ закрыть адские врата, созданные Ливией. Куда? Я думала сюда. Есть одна ячейка. Это секрет. Не похоже. Что это значит? С чего ему быть запечатанным?
Почему туда пройти можно на карте? В личной лаборатории Оливии есть артефакт, который мы изучаем уже долгие годы. Я думаю, он даст вам те ответы, которые вы ищете. На нем ваш знак. Личная лаборатория Оливии не указана в базе данных комплекса. Чтобы найти ее, вам понадобится доступ уровня Альфа. Готово. Доступ к комплексу «Лазер» есть в северном секторе особого исследовательского комплекса. До него километров 80. Родной комплекс «Лазер». Я включу питание поезда, чтобы вы доехали туда. Но для поездки вам понадобится корпоративная карта доступа УАК. Рядом есть пост охраны. Он был в БФГ. БФГ Эдишн. Дом БФГ Эдишн. Именно в комплексе Лазаря они это все и начали. Ну что за ерунда? Честно? Нечестно. Нельзя промахиваться. Да это тоже козлина. Самый неподходящий для меня момент. Меня шар кинул. Он заглючил, смотрите. А у меня тоже в него не попадало. Там какая-то сломанная маска столкновения у ящика, что ли, слева, который не пропускал выстрел. Я хочу еще один жетон.
Все, затянутый какой-то бой. Надо было его раньше заканчивать. Хочется взять аптечку, а не дают. Для моего этого не надо 5 базуки, для моей базуки нужно очко, 5 очков. Или сколько? Шесть. Говоришь, контрольная точка. Зачем мне мобильность в полете, если я докажу свою мобильность в полете? Выполни фотозадание. Типа у меня она и так была. Хорошие скиллы мобильности в полете. Ура! Пылесос давайте. И пылесос, и изобилие боеприпасов.
Раньше они еще были киберпинки. Киборги. В БФГ. Они как раз в комплексе лазерей обитают. Кстати, там они тоже в комплексе лазер впервые появились. Но там... ближе к началу игры был этот комплекс лазер. ФГ. Естественно, там люди еще живы были. Этот демон забрал вашу ключ-карту. Нужно ее найти. Без допуска вы не попадете к поезду. А ну вообще-то мы к лазере еще не приехали. Ну и там был поезд. Тоже. Все там было. Что это был только что? Вот это мне сейчас надо. То, что так долго шел. Так, усиление, емкость энергии преодолевает действие усиления. Они сейчас часто будут попадаться, вот уже мы встретили одну. Туда невозможно, да? И зубик полезная вещь. Ну, подло. Он поступил. Впрочем, демоны не отличаются честью. Приближение, коллиматорный прицел для этой пушки. Зачем? Как тебе? Грыз. С того никого не убьешь. Mm-hmm.
Пылесос. Нифига я его потрогала. Что-то не с моего поля зрения меня убило. Абсолютно. Как так? Спину мне. Привет, спину тебе дано, рандан. Не хочу. Ладно, это лучше, чем супер дробовик. Это лучше, чем супер элеган. Может, мне надо запилить кого-то? Бензопилой. Да даже сейчас. Видите, как-то неважно все.
этим теперь? Не прикасаться их, главное. Это как Агарио, а он более большая клетка. Ёперный театр. Ну что ж такое, всегда над этим меня подлавливают. А мне казалось, что я не так делаю, почему ничего не получается абсолютно. А оно оказывается, что я бензопилой не пользуюсь. Теперь-то понятно, что не так. Почему-то. Супер атаку на меня с костомой. В упор. Видели. Почему они так классно играют, как эти люди? Интеллект хорош. Интересно, зачем я бензопилу экономлю? Вот так лучше. Просто сдохни, надоел. Не знаю, что ты легко меня убьешь. Вот уж придумали. Куда вы ее забрали? Сейчас бензопилка нужна. Ближний бой пройден. Но мне не хватает. Надо еще два. Плохо. Мега здоровье. Я там еще вижу кровавое гнездо. Ну я жду не дождусь, когда у меня улучшится вот это. Какой это секрет?
теперь, наверное, гнездо надо вскрывать. Понятно, надо начинать с этого. Альт-атаку сейчас вот не стоило использовать. Он для стелс-режима скорее. Жаль. Но я понимаю, почему. Мне не терпится использовать вот это приближение, наверное. Она уже пустая летит. Как хорошо, что он пилится пилкой. Для меня так он на все 5 пилок зарядов пилки. Щитовик — это супер крутой демон. Да не видно ни черта. Ни черта не видно. Я в этот раз, по-моему, без этой штуки. Супер здоровье. И еще есть бензопила, канистра. Так, потому что он далеко, но можно так.
кран почему опустили. Не люблю инженеров. Топлых. Люблю живых. Бензопиле видели, бензин взялся. Где-то на гид аккумулятор. Где-то лежит. Ух ты. Никогда Блицкриг не выходила. Уничтожьте сбой отрывка, все цели за отведенное время. Уровень здоровья здесь критически низок. Пользуйтесь броней, чтобы выжить. Это для брони. Серьезно, такой мощный монстр. Это задание сложное. Его что, действительно надо убивать? Он же так не убивается. Хотя эта пушка против него плохо эффективна. Он больше пулемета боится. Как открыть третью? 7, 1, 2, 3, 4, 5. Еще 2 осталось. Мне казалось, я тут найду аргент ячейку. Тут кое-что получше. А вот она видна, видите? Аргент ячейка. Проклятый. Давай Блицкриг попробуем вместо пылесоса.
Ну, в горах, понятно, есть. Ячейка. Ё-моё, вот это... Вот это глупо. Это тупо. У меня проблема, что броня, она редкая. Поэтому я не беру броню. Понимаете? Поэтому я в аргент ячейках даже не ставлю. Не вставляю броню. Потому что... Броня редко попадает. А если я буду использовать Блицкриг, то наконец броня будет попадать. Это важнее, чем максимальный запас брони. Там, кстати, заряд для этого еще есть. А как же на эту гору запрыгнул? Может, правый вот этот уступ? Да, дайте больше боеприпасов. Теперь все сначала. Противный какой, а? Че за ерунда получилась? Этот урод не дал мне убить вот этого. Вот еще.
Из-за черта. Черт стратил мне одну батарейку бензина. Куда она была нужна? Блин, уже это, уже усиление прошло. Ой, пожалуйста. По-моему, даже без гранат получилось. Мне еще гранаты были две. Там их неудобно было использовать. Желтая ключ-карта. Нельзя послать за ним команду. Я руководитель этой корпорации. Вся ваша работа и открытие принадлежат мне. Он был моим еще до того, как вы его нашли. Какой-то секрет вроде, нет? Да. Вот это место. А я думала, что раньше оно у меня. И, кстати, не просираем вот хорошо. Смею по ниточке. Откуда дальше? Тут несколько непонятно. Здесь что ли? Верно.
О, блицклик заработал. Меня радует блицклик. Действительно хорошая вилка. Просим занять места. Поезд готов к отбытию. Пункт назначения – особый исследовательский комплекс ОАК. Где-то жетон пропустила. Внизу. Под тем местом, где мы блицкриг брали. Но если так, то это трудный жетон, потому что еще блицкрик надо найти. Всем спасибо. Увидимся в следующем видео. Быстрые клавиши тут не работают. Из самой игры.